Избежать нарастающего скандала пытается министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг, который объявил о том, что временно снимает свой титул доктора после выдвинутых против него обвинений в плагиате. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов расследования этих обвинений, в то время как оппозиция немедленно потребовала его отставки с поста главы оборонного ведомства ФРГ. «Без сомнений, в моей диссертации есть ошибки», — заявил Цу Гутенберг. «Я самый несчастный человек, готовый отвечать за каждую из них. Но в любом случае это был непреднамеренный обман, как далеки от реальности и те обвинения, что я преднамеренно не указал источники ссылок». Многие в Германии считают, что удар по Цу Гутенбергу — это атака на всю правящую коалицию, в первую очередь на ее руководство в лице Ангелы Меркель. 39-летнему министру обороны, которого прочат в будущем на пост канцлера Германии, даны 2 недели на ответ.